Если все димитровградские школы ушли 8 октября на каникулы, то в университетском лицее занятия продолжаются. Школа работает по четвертям, поэтому праздничные мероприятия совместили с привычными уроками. В старших классах от 9 до 11 будет проводиться урок-дискуссия «Идеальный ученик, идеальная школа», где вот они будут обсуждать, каким должен быть идеальный ученик, какими чертами характера он не должен обладать, наоборот. И в завершение учебного дня, да, у нас будет праздничный концерт, подготовленный силами учителей. Для среднего звена был организован флешмоб или активная зарядка. Младшие школьники путешествовали по сказкам и размышляли на тему, что же за праздник День школьника и как его лучше отмечать. Этот праздник – День учеников. Нужно учиться ученикам на пятерке, ну, иногда на четверке. Ну, можно цветы дарить, коробку конфет. Поздравляем всех с Днем школьника! Ура! Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.